У молодому театрі о 19:00 відбудеться вистава «Фрекен Жулі». Самотня та збуджена ніччю танців і веселощів Жулі розпочинає тонку психологічну гру з лакеєм Жаном, де ставки куди більше, ніж тварине бажання. Але ніхто й подумати не міг, що з кожним раундом вони все більше втрачатимуть контроль. Вони стануть рабами непідвласної їм сили. Адже коли руйнуються соціальні межі, тоді руйнується і моральна стійкість. Це історія про те, як відповідальність за вчинки наздоганяє безтурботне життя і перетворює його з густок містичного трилера, де від жадання до одержимості один крок. У цьому ж театрі о 19:00 відбудеться вистава «Загадкові варіації». На безлюдний острів у крижаному Норвезькому морі, де останні 15 років відлюдником мешкає відомий письменник, приїздить журналіст із маленької провінційної газети, аби взяти інтерв'ю. Чому нобелівський лауреат погоджується на це? Адже він ненавидить журналістів. А можливо, це зовсім і не журналіст? Тоді для чого він приїхав? Вони розмовляють про якусь жінку. Хто вона? Ця надзвичайна детективна історія з багатьма пострілами була написана видатним драматургом Шміттом спеціально для бенефісу зірки французького кінематографа Алена Делона. Вона занурить вас у вир шалених пристрастей, несподіваних сюжетних поворотів, чуттєвих любовних історій та неповторного французького гумору у виконанні неперевершених акторів молодого театру Станіслава Боклана, Олексія Вертинського та Дмитра Суржикова. Художній проєкт «Art Space» Київського планетарію о 19:30 представляє музичне шоу «Під зоряним небом. Музика зодіаку». Ви – особистість. Унікальна людина, яка має свій характер і погляд на світ. Але що об'єднує Всесвітом? Так, зірки, під якими ми народилися. Який знак зодіаку ваш? Вогняний лев, цілеспрямований стрілець, а може стрімкі і замріяні риби? На шоу «Музика зодіаку» організатори відобразять темперамент кожного знаків зодіаку в музиці, майстерно виконаною талановитим музикантом Олексієм Ревенко. На глядачів чекає шоу «360» – живе виконання авторських музичних композицій, які ідеально відображають тематику події. І ми продовжуємо СТН-панорама знову на ваших екранах. Далі говоримо про наступне. Українська делегація вдруге візьме участь у міжнародному фестивалі World Folk Vision, що відбудеться у січні 2020 року у Саудівській Аравії. Його передуватиме відбірковий фестиваль у Італії, який визначить учасників суперфіналу. Цього ж року Україна серед 110 країн світу була представлена на цьому фестивальному конкурсі вперше. Наші учасники продемонстрували свої таланти, українські традиції всьому світові. Україна, змагаючись за приз глядацьких симпатій, разом із Італією поступилася їй першістю і стала фіналістом. Про деталі феєричного виступу фіналістів фестивалю World Folk Vision розкажуть наші гості сьогодні, які завітали до нас до студії. Євгенія Макеєва, офіційний представник від України на іграх кочівників разом з нами, і також Олена Міркулова, керівник театру «Нікаель». Ми вітаємо вас. Доброго. Будемо розпочинати, панове, розкажіть про такі новації, які відкривають нові горизонти України. Розпочнемо з вас. З мене? З вас розпочинаємо. Ми здобули гран-прі. Це дуже приємно. Вітаємо вас. Ми були безмежно щасливі. Діти були дуже щасливі. Але ми попрацювали дуже добре, бо перемога, така праця нелегка. Нелегка. Так, пані Євгенію, розкажіть, зрештою, що буде представлятися і що за такий саме... Що це за кочівники? Що там вимагають? Хто долучається? Де, зрештою, можна побачити інформацію і долучитися до цього також, якщо це є такому змога? Це проєкт всемірний, і він тільки починається. В марті цього року ми були приглашені на відборочний тур, і одразу ж і фінальний, це було два в одному. Саудовскую Аравию, потому что автор этого проекта, учитель из Киргизии, который сам это организовал у себя в стране, и буквально, когда уже его фестивалю исполнилось 10 лет, он пригласил правителей Востока,
И предложил, кто хочет продвинуть свою страну через этот проект. И Солдовский принц сразу сказал «мы». И они взяли этот проект, они достойно его приняли. Это было феерическое что-то. Там сначала было 60 стран заявлено, потом 80, и в итоге участвовало уже 110. И, конечно, то, что мы стали финалистами в числе 110 стран, это большая честь и большая радость. И особая радость в том, что я, как уже после этого фестиваля меня стали как бы рассматривать как официального представителя и утвердили на Конгрессе, я была горда тем, что на этот фестиваль поехали не просто талантливые участники, а поехали победители нашего проекта, в котором я автор и организатор, «Веночек мира и добра». Такой благотворительный проект мы провели и на Спивочем поле сделали рекорд такого огромного венка из украинских веночков, в котором принимали участие те, кто... Вот Наташа Глади из Житомира стала победительницей. И она повезла свой театр. Вы знаете, это было вообще для всех открытием Украины. Вот это главное. Каждая страна там – это этнофестиваль. И мы везли туда работы мастеров. Мы везли нашу этническую одежду, наши традиции. Івана Купала у нас була постановка. А звідкиля ви знаходили цю інформацію, по-перше? А по-друге, ось ці автентичні одяги. Можливо, десь їздили в якісь регіони, де збирали? Ви знаєте, ми, в общем-то, готовились к этому фестивалю «Віночок міра і добра», ми дуже багато роботи проделали. И собрали очень много информации. У нас в школах делали венки. И тут же мы давали детям информацию о традициях, о том, что венок – это символ Украины. И вот это самое главное, что венок, он не нужно объяснять. Все уже знают, что это Украина. И дети наши уже это несли уже как флаг, что вот если я в венке, это украинская традиция, это украинский знак, символ и этнический как бы такой вот уже образ. Вот. То есть мы это черпали каждый в своем регионе, потому что участвовало много регионов, и даже нам посылки присылали из передовой дети, которые делали венки, не могли приехать и присылали. Они тоже в это во все погружались и с этим жили. И поэтому нам было совсем не трудно найти желающих принять участие. Но взяли мы именно победителей, которые в своей Житомирской области этим занимаются уже не один год. Наташа сама мастер по изготовлению венков. Она занимается в детском центре. У нее детский театр, который шьет костюмы. Они стилизованные. Это не национальные сегодня, как бы вот пошитые из каких-то тканей. Вот. И поэтому перекликается этника и современность. А самое главное, что дети открывают для себя Украину с другой стороны. Вот то, что делает театр «Нікаель». Давайте поговоримо детально саме про вашу діяльність, пані Олена. Да, я хочу сказать о том, что мы получили гран-при именно за коллекцию Лилея Кобзаря. Можливо, у вас є зараз з собою принесена ця інформація, можливо, фотографії у вас є тут в папці? Ні, я дала все. Чим інтересна ця колекція? Буде, мабуть, наші режисери зараз будуть готувати ці матеріали, ми обов'язково побачимо, пані Олена, продовжуйте. Хорошо. Да, чем важно. Она интересна и почему она для нас оказалась столь важной и почему она оказалась победной? Потому что она действительно собрана как букет из сакральных вышивок. То есть это вышивки со всей Украины, которые девочки собирали по бабушкам, прабабушкам. И зачастую ребенок может даже сказать, вот эта вот вышивка, вот это моя прабабушка вышивала, вот это моя бабушка. Есть, конечно, и которые мы просто покупали у людей, у других, это и кружева. И вот когда эта вышивка сплелась с кружевом, оно вложило такой сакральный, сильнейший смысл. Вы знаете, я просто запомнила, когда мы начинали ее делать, шли дожди. Вот шли убийственные дожди. В самой фонограмме звучит гром. И шли дожди, и шли громы. Вот когда она только начиналась, мы ее делали где-то в течение месяца, и потом мы с ней поехали в Грецию. Потом мы ее немножко отложили, эту коллекцию. Теперь мы ее восстановили этим летом, уже готовы на Италию. А скільки людей працювало над тим, аби зібрати ось цю колекцію, кількість усього надбання там? І років, і скільки саме матеріалів? Я могу сказать, что мы ее делали 6 лет.
То есть мы ее показали первый раз, она была частично собрана. Потом мы ее отложили и начали собирать по-новому. Вот сейчас мы ее сделали на состав из 13 человек, работали все абсолютно. Мамы, папы, бабушки, дедушки собирали, поднимали все сундуки. В семьях некоторые даже соперничали, потому что не хотели скрыни открывать. Вот это такие конкурсы, так? Да. Больше принесли. Родинный такой. И скрыни не хотели некоторые открывать, но когда понимали, для чего это, то открывали. И когда увидели результат. Да. Были интересные очень моменты вот такие. И теперь эти девочки, они знают, вот это моя бабушка пошла. Ну, и еще что важно. А чи досліджували ви саме, можливо, і стиль вишиванки, як це відбувалося, скажімо, і регіон? Чи були там усі задіяні? Ви знаєте, да. Это заметно, это чувствуется. У нас, конечно, не было пока еще времени, мы слишком тут готовились к конкурсу, и упорядочить это логически все это, но это нужно изложить, потому что действительно мы нашли очень много. Например, закарпатская вышивка, ее было настолько сложно упорядочить, знаете, она более геометрична. Самобытная. Да, и поскольку мы хотели все-таки не уклоняться слишком в этно, хотелось сделать, чтобы это было и этно, и светское платье, чтобы оно было красивое. И мы справились, это очень приятно, вы знаете. Еще я хочу акцентировать один момент, что почему дети настолько искренне это проиграли, и почему это так впечатлило членов жюри. Потому что мы все-таки взяли за основу вот эту романтическую поэму Шевченко «Лилея Кобзаря». И девочки знали, что девочка замерзла, и она проросла прекрасной лилией. Вот эту вот романтическую струнку, ее все проиграли, прочувствовали. И там оно, если вы посмотрите композицию, действительно это видно. Поэтому она была однозначно победная, эта композиция. Ну, теперь у нас задача ехать в Саудовскую Аравию, попробовать донести красоту и элегантность нашей Украины там. Нове завдання, чи лячно, чи вже пройшли всі етапи і вже повністю готові, чи ще все ж таки будете працювати над якимось доробками, що там необхідно? Що? Будемо. Діло в тому, що там конкуренція, я так полагаю, що буде ще вище. А мы хотим, чтобы Украина выглядела на самом высочайшем уровне. И мы приложим максимум усилий. Я думаю, что мы с этим справимся. Да. Так, це добре просто, що працює ціла команда однодумців, які в одному напрямку, в одному погляді і працюють над тим, аби Україну представити як найвищу, як найвищому рівні. Пані Євгенія, зрештою, хто може долучитися? Можливо, зараз нас дивляться глядачі і саме відкрили свої сундучки, свої скрині, і там знайшли якісь автентичні такі надбання, роботи, коли б можна було б їх віддати, віднести, аби, знову ж таки, завоювати перше місце. Конечно, конечно, мы с радостью примем всех желающих принять участие в нашем проекте, потому что сейчас мы уже готовимся к нашему украинскому отборочному фестивалю World Food Vision, и это будет на уровне всех регионов. Каждый регион может включиться, представить свои направления и свои традиции, и свои наряды, и все, что у них накоплено веками в их регионе. Ну, а я думаю, что театр «Микаэль», они с удовольствием примут тех, кто мы придет со своими скрынями и скажет, что вот наш ребенок, который тоже талантливый, и поскольку дети... Ще є обмеження у віці? Нет. Немає. От тобто це може бути і найменша дитинка, скажімо, да. Який там 6 років, і найстарша жінка чи мужчина? От саме маленька, 5 років. Самая маленькая участница этого победного нашего номера, ей 5 лет, Марго Крайневская, и самая старшая, сколько? 25. 25. То есть очень большой такой вот возрастной спектр, поэтому пусть приходят, пусть несут свои закрома, свои вот сокровенные памятные всякие рушники, наволочки, скатерти, салфетки, а уже Елена Николаевна знает, как из этого сделать чудо. А что, пані Ваня, что еще необходимо? Потому что вы сказали, что саме ось цей момент, что будете передавать також и творчість, без сумніву, це у вишивках, и також ще и ці традиції. А в традиціях це вкладено саме і вишивки, чи, можливо, якісь святкування, обряди и так далі? Вы знаете, это вообще все объединяет как творчество, именно национально-этническое. Поэтому у нас же два гран-при.
У нас не одно гран-при. Одно гран-при – это вот фэшн-шоу как бы в этой номинации, а второе – именно в вокале и инструменталке. У нас Светочка Алексеенко, она из Житомира, бандуристка, и она получила второе гран-при – это в номинации «Вокал и инструментальная музыка». И, конечно же, она тоже едет в Саудовскую Аравию. И вот она показала эту национальную красоту исполнения и вокал, и игру на инструменте, и тоже на біс. Тобто, окрім того, що ви шукаєте такі надбання, скажімо, якісь автентичні вишиванки, ще шукаєте і талановитих дітей. Да. Людей. Не тільки дітей. Людей. Да, это от мала до велика. Это чем хорош вот этот проект «Игры кочевников», что там нет возраста. С нами ездили спортсмены наши. Это такие богатыри в шароварах, в вышиванках, в шапках. И они приехали в первый же день, они победили. И, к слову сказать, соперниками были всемирные чемпионы из России. И наши ребята победили. Они в первый день этот рекорд забрали. И поэтому мы можем приглашаем и можем принимать любой коллектив, даже бабушек, даже коллектив, который он профессиональный, но хотят дать как бы какой-то такой вот особый номер. Колорит. Да, колорит, да, 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 добавить свое что-то. Потому что Украина настолько многогранна и настолько она красива. И вот это мы показали. Наша делегация была 123 человека. И у нас 58 человек было артистов, остальные были группа поддержки. Вот эта группа поддержки, она сделала чудо. Она с огромными флагами украинскими, с шарфами желто-блакитными. Она подняла зал, и это было просто не только за нас болели, они болели и за другие страны, за других участников, и все поддерживали. Поэтому... Так, і в нас є ще 30 секунд для того, аби все резюмувати, і куди, зрештою, можна було звертатися. Пані Олено, розкажіть нашим глядачам, куди можуть вони звернутися, де знайти інформацію для того, щоб долучитися до такого грандіозного масштабного конкурсу, в тому числі 10 секунд. Ну, ми располагаємося в Центрі творчества Шевченковець. А в Фейсбуці у мене є страниця «Біла князівна». Це, мабуть, найоптимальне буде, можна писати на «Білу князівну». Ось так, почули ми, куди можна звертатися, так, пані Геню? Это у нас есть страница, которая про фестиваль ведет все репортажи, все реальные вот эти победы с фамилиями, с фотографиями всех участников. И там мы располагаем наши все приглашения и программы, и условия. Это благодійний, страница «Благодійний проект «Віночок мира і добра». Ми бажаємо вам успіху і будемо чекати вже у цій студії з результатами. Бажаємо вам хороших досягнень здобути. Нагадуємо, Євгенія Макеєва, офіційний представник від України на іграх кочівників, і також Олена Міркулова, керівник театру «Нікель», сьогодні була разом з нами. Що ж, ми прощаємось з вами вже до завтра. Рівно о 15:15 ми знову з вами зустрінемось на телеканалі «Київ». З вами була Людмила Пастушок. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.